Здорово, здорово, пацанчики. Сегодня я расскажу, что мне пишут, внимание, в директ. В директ мне пишут, в инсту, в инстаграм. Мне пишут дамочки, мне пишут тяночки. Они такое там загоняют и все хотят на халяву. Сейчас я вам поведаю, почему и как они хотят на халяву. И как я их решил проучивать. Мы все, пацаны, с вами их проучим. Внимание, смотрите, что у меня здесь написано. Рандом. Такие поды, такие одноразки сейчас покажу. Сейчас все мне будете завидовать, что они у меня есть. О, отличная фурага. Смотрите, вот, рандом. Это еще, внимание, не все. Совсем-совсем они обнаглели. Их надо, пацаны, учить. И каждый из вас, пацаны, должен поступать по моей схеме. Если я в кругу своих фанатов увижу каких-то баб-рабов, я с вами общаться не буду. Я про вас не буду думать, что вы мои зрители. Я не хочу вас просто знать. Петли Береша, парни. Во, смотрите, пацаны, вышли рандом торнадо на 7000 тяг. Вот такая упаковочка, сразу видно, что будет обалденный обдув, будет зарядка. Внимание, у них 6 вариантов RGB подсветки. В любой компании можно будет выделяться. Я одной там кое-что ответил. Тут обезьяна ж такой изображен. Первый вкус – Berry Lemonade. Второй вкус – Pineapple Ice. Ой. Третий вкус – Skittles. Ах, конфетки. Cool Mint. Вот. Вкус мистер Блю. Вот как я должен озвучивать и понимать, что это, пацаны, за вкус. Мистер Блю. А вот, мистер Блю. Здесь ягоды. Я вам показал на 7000 тяг торнадо. Вот они. У меня 5 вкусов, а у них 38 вкусов. Внимание, пацаны. Рандом торнадо еще есть на 9000 тяг. У меня 5 вкусов, а у них 12 вкусов. На 9000 тяг вообще здоровенные, огромные. Откупим вот эту вот кубышку. Pineapple Ice вкус. Что здесь? Так, откупим кубышку. Пишет. Ага. Так, написано дизайн USA, сделано в Чина. Дизайн USA, америкосные. Смотрите, какой, пацаны, блистер они сделали. Вообще все. Короче, я понял, что мне нужно брать девочку. Знаете, какую? Внимание, фанатку одноразок и подов. Поняли, да? У меня подов одноразок. Вот. Я каждую встречу буду ей подгонять по одной. И если она фанатка одноразок и очень будет красивая, она от меня вообще никуда не денется. Потому что понимает, каждую встречу я буду на халяву ее подгонять по одноразе. Рандом торнадо на 7000 тяг. Откупим блистер. Кубышка. Все, пацаны, вот это дизайн. Аккумулятор воткнули в 800 мАч. Жижа здесь, внимание, парни, 14 мл. Внимание, не просто так. Она еще с активатором. Активатор, смотрите. Когда я выдерну активатор, то жижа начнет поступать в испаритель. Все. Вот это то, что я люблю. Это еще не все. Здесь зарядка. USB Type-C. Регулируется обдув. Большая крутилка. Это тоже еще не все. Короче, внимание, пацаны, вот это вот металлизированный материал. Это не какая-то пластмасса. Слушайте. Это металлизированный материал. Посмотрите, как он играет. Вот это вот точно я первый раз вижу. Такого решения я еще ни разу, парни, вообще не видел. Произведение искусства. Pineapple Ice. Попробуем вкус. Оп, все. Слышали? Чик. Вот эта вот железочка подалась вверх. О, пузырики пошли. О, пошли пузырики. Все. Если пузырики идут, значит жижа стала поступать куда? В испаритель. Внимание, видите, какой большой испаритель. А-а-а, заполняется испаритель. Во всех них mesh coil. Что в рандоме 9000 тяг, что в этих на 7000 тяг. Везде mesh coil. Mesh coil технология. То есть сетка. Вкусопередача будет огромная. Не то, что обычная спираль. Хвостик у меня остался в руке. Он не нужен. Он служит только, чтобы активировать. Ладно, парни, попробуем, что за жижа. Премиалки или нет? Гусь. Какая вкуснота сразу, парни, пошла. В общем, жижа сразу. Очень насыщенный, очень сладкий, яркий и мощный, сочный. Холодный ананас. Чистейший. И внимание, у них у всех 4 вида никотосика есть. Видите, на упаковке. 0, 2, 3, 5. У меня крепкие самые. 5% здесь. По фулу, потому что пятерочка. А, парни, вкус Berry Lemonade. Откупаем кубышку. И меня интересует, что здесь написали они, что здесь 6 видов RGB подсветки. Сейчас просто лампа на меня лупит. Откупаем кубышку. Такой же блистер. Ой, о. Внимание, внизу. Надо поддеть. И вот так вот. Опа. Воздуховод освободить. Сразу мы... Опа! Активировали. Пузырьки пошли. Berry Lemonade. Посмотрите, какая ткань металлизированная. Повторяю, это ткань. Какая же красота. Даже, короче, века не закончится, даже выкидывай. Парни, жалко. У них присутствуют коды, можно проверить. Навести телефон, перебросят на сайт. Ага, так, на престиж проходит или нет? Да, да, очень круто. Под мой бейп вообще идеально идет. Лимонад. Да, парни, да, пацаны, жижи очень насыщенные. В общем, это лимонад и чуть-чуть там холодка, но на дальнем плане.
О, вон она подсветка идет. Вот сейчас вы ее увидите. Вот, вот RGB подсветочка, видите, там играет. О, красная, синяя, белая. Все, да, точно. 6 видов RGB подсветки здесь. Короче, эта линейка мне очень понравилась. Торнадо на 7000 тяг. Я, пацаны, просто притащился от этого металлизированного материала. Может быть, когда они закончатся, куда-то на хайповый шмот можно будет приделать. Вообще даже выкидывать бесит. В общем, пацаны, жижа здесь однозначно премиальная. Так вот, мне тянки пишут, внимание, в директ, в ВК, знаете, что пишут? Можно с тобой сфоткаться, там я приехала, я уже в Москве, и просто хотят на халяву. Со мной сделать фотку. Они мы головой своей подумали, куриный, а зачем мне с ними фотографироваться, встречаться, фотографироваться? То есть, как они себе это представляют? Я такой прихожу, она написала, я в Москве, я такой отвечаю, да, давай со мной сфотографируйся. То есть, я прихожу, забиваюсь где-то там около метро, наверное, она еще и думает, что я буду бензин. Свой жечь, типа у меня есть тачка, машина, приеду к ней, чтобы просто пожечь бензин, посмотреть на нее и сфоткаться. Я одно там написал, я говорю, ты просто так не отделаешься. Ну, сразу же я, естественно, отметил, сколько лет, чтобы, сами понимаете, не попасть в просак, сами знать в какой. Тогда я следующий вопрос задал. А просто так не отделаешься, короче, тебе придется приехать ко мне в гости, ко мне домой. Нормально? Да. Не, я не понимаю, как они вообще себе это представляют, как они хотели. Просто так, чтобы я просто так приехал и фотографировался. То есть приезжаю, выхожу, она фотографируется. Говорит спасибо, и я уезжаю. Представляете, как они головой не думают? А мне зачем это надо? Я увижу ее такую красивую, я увижу ее такую всю, протяну свои руки, загребущие, сами знаете, и все, и скажу до свидания, уеду что ли. Напишите в комментах, как действовать в этой ситуации, в этой позиции. Смотрите, на 9000 тяг рандом тоже торнадо, аккумулятор перезаряжается, тоже 6 видов RGB подсветки, и здесь уже 18 мл жижи закачали, и mesh coil тоже, вкус... Lush Ice. Что такое Lush Ice? Второй вкус, пацаны, Black Dragon Ice. Что такое Black Dragon? А, ну, конечно, красота, металлизированная упаковочка. Ага, да, 9000 тяг, пацаны. И тоже здесь пятерочка никотосика. То есть самые крепкие. Ага, гумивир. В общем, это вкус мишек. А? Фу, нормальный такой, смотрите, здесь отдыхает мозг. Еще осталось два вкуса. Blue Race Ice. Смотрите, вкус пинка лимонада. 9000 тяг. Откупим кубышку. Рандом торнадо, 9000 тяг. Так, откупаем, пацаны. Кубышку. О, что такое? В каждой коробке есть такой пакетик. О, не бесит, тут написано рандом. Здесь можно ее одеть на голову. Ага, и одноразку сюда воткнуть. О, сюда продевается одноразка, она висит. Ты такой крутой, подъезжаешь фотографироваться. Вот к этой вот, которую написала в директе. И в ВК мне пишут, часто пишут, тянки именно пишут. То есть я приезжаю с одноразочкой, такой весь расслабленный. Она фоткается и помахала ручкой, до свидания. А я, значит, поворачиваюсь и ухожу обломанный. Не, я сразу вставлю в курс. Внимание, пацаны, сейчас кое-что еще расскажу. В общем, зависал на велосике, там одни меня две заприметили. А знаете, что они сделали? Была у меня колонка на велике, они там качались на качелях. И она говорит, можно подключиться с своего телефона к твоей колонке? Я сказал, да, можно подключиться. Сейчас расскажу, что было дальше. Гусь. 9 тысяч тяг, откупим кубышку. Она огромная, парни, она вообще огромная. Смотрите, какой обалденный блистер здесь. Так, откупим блистер и посмотрим, что такое. Так, откупим кубышку, она просто огромная, Колпак силиконовый сверху, защиту здесь. Чик снизу. Видно плату здесь. Зарядочка этого металлизированного материала. Это все материал. Вот это вот пластик, а вот это вот все материал. То есть аппликация сделана на металлизированном каком-то технологичном материале. Весь блестит, играет. Какой приятный. Тот вкус пинкли. Внимание, 6 видов RGB подсветки. Не здесь будет гореть, прозрачный задник будет гореть вот здесь. Вот посмотрим. Какие жижи, какие премиальные вкусы. Да, пинк-лимонад, лимонадиком таким сразу пахнуло. И не просто простым, а насыщенным и очень ярким. Однозначно, пацанчики, вообще топище. Вот мой турничок, короче, здесь я занимаюсь, растягиваю позвоночник каждый день, потому что это очень полезно. Еще, естественно, подтягиваюсь, потому что нужно быть в форме. Готовлюсь к новой хате. Будет новая хата, я же, естественно, что еще на новой хате делать? Надо брать тянок, поэтому нужно быть в форме. Я представляю, уже на новой тачке я подъезжаю и к своей хате, беру тянку, сажаю, там весь накачанный, сижу. А? Нормальные проекции создаю. Самое главное в жизни что делать? Создавать проекции. Сначала создаешь проекцию, а потом уже это все реализовывается в жизнь. Напишите в комментах, лажа это или нет? Имеет это место? Или все это фантазии? Внимание, после тяги загорается. О, буль-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 буль. Смотрите, какая красота. Как НЛО. Они сделали дизайн снизу, как НЛО. Прикиньте, есть здесь-то
свет. Этой ночью я на вписке пабы всех подруг своих я сами знает что сделал. Вот такая вот песня. Прикиньте, свет такой, свет приглушенный. Я ее на хату типа позвал. Там одноразочки стоят, я такой взял. Хочу еще у себя на хате сделать такие проблесковые. Как на дискотеке. У меня будет бар. Вот так я все задумал. Не просто так. Я все хочу сделать, все, чтобы располагало, сами знаете к чему. Там сделаю бар, будут разные напитки. Приглушенный свет, музычка играет. Напитки стоят. Полумрак, и я достаю рандом на 9000 тяг. И у нее в глазах буль-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 буль. А в голове одна мысль. Классный мужичина. Вот так надо делать, парни, вот так. Во, хочу вот это вот, пацаны, откуприть. Гумми-бар, это мишки. Такие вот продаются в супермаркетах. Мишки. Мармеладов. Откуприм. Купушку на 9000 тяг. Так, во, естественно, здесь швейка. А посмотрим сейчас. Мне, кстати, нравится очень сильно вот это вот решение. Я о нем часто забываю. О, вообще топ. Так, мишки. Посмотрим, мишки. Откупаем кубышку. Ух ты, мишки. Буль-буль-буль-буль-буль. Есть. О, здесь уже, короче, зеленая. Какая графика. Металлизированный вот этот вот материал. Вкус. Джимми Бир. Попробуем. Мишки. Смотрите, как смоется в руке. С двумя вот так подкатывает. А новой тачке, прикиньте, такой. Такой на понтах. Это сразу можно любой, короче, очаровать. А внимание, при наличии своей хаты, вот говорит, своя хата отдельно. Да, при наличии своей хаты открывается больше возможностей. Самая банальная и простая возможность. Есть куда привезти. А если ты живешь с родителями, куда ты приведешь? Ты приводишь к родителям, они там ходят, они ее видят. Она уже не сможет куда-то пройти. Она там столкнется с родителями в коридоре. Получается конфуз и полный отстой. И она смотрит на тебя, думает, великовозрастной оболтус, а живет с мамой и с папой. Вообще шлак. А вот при наличии отдельной, вот это открываются возможности. Ну, очень все качественно. Ух ты, какой вкус классный, насыщенный, яркий, сочный. Как из пакета в супермаркете, вот этими мишками, мармеладом. Насыщенные, сочные вкусы. Внимание, пацаны, не котосика, во. Я уже показал вам, пятерка, самый сильный. И я уже на себе сейчас это все прочувствовал. Действительно, накачали ярой крепостью. Удовольствие от вкуса, да еще и от никотосика сильного здесь получить. Опа, нифига себе. Смотрите, какой вкус. Во-во-во, вот этот вкус, я не помню, как фрукт называется. Вот этот вот лимон. Вот такой вот, откупим кубышку. 9000 тяг, вот наш шлеечка здесь, она уже у меня вот здесь. Не песня не раздражает, а извлечем. 9000 тяг. О, уже зеленая. Сразу же защиту чик. Вот он. Black Dragon Ice. Металлизированный материал. Я, короче, фанат стал металлизированного материала. Как они такого добились? Вот это вкус, опять поражаюсь, какие вкусы. Рантом торнадо. Короче говоря, лимон и вот это вот фрукт. Не помню, как фрукт называется. Сочетание очень удачное. Классные миксы. Буль-буль-буль-буль-буль. Вы смотрите, RGB-подсветочка играет здесь. 18 мл здесь жижи. Жижа закончилась. USB Type-C воткнули. Пошло дело. Как я сказал уже, mesh-coil. Классные жижи. Плюс еще mesh-coil сетка. Дает 100%, пацаны, эффект. Вкусы на высоте. Продолжаю. Она подключилась к моей колонке. Я посмотрел, они там две подруги. И говорит, а у тебя Ашка есть? Называет это Ашками. И я, короче, сунул. Я говорю, ну да, на. И отдал ей. Смотрю, повернулся через где-то 3 минуты. Смотрю, уже подруга ее жучит. Мою Ашку. Хорошо, у меня вторая еще была в кармане. И третья. Я по 3 с собой ношу. Я такой, раз. Что такое? Подругу уже. Одна брала и подруге уже дала. Она такая увидела, что я смотрю, и говорит, ничего, что я своей подруге угостила, свою подругу. Я говорю, ничего, нормально. Сам достал новую, откупил кубышку и употребляю свою, естественно, никому уже не даю. А я бы не дал, если у меня была бы, внимание, всего одна. Кстати, внимание, девочки были вообще неплохие. Надо было их подобрать. Но я не мог, я же капризный. Да тем более еще хата нет новой. Чего, какой смысл-то подбирать? Подберешь еще, на велике не сможешь ездить. Увлечешься ей, и велик уже сдобро. Вообще никуда не годится. В общем, рандом торнадо на 9000 тяг и рандом торнадо на 7000 тяг вообще удались. А с тобой, Дворецков, не забывай то, что внизу ссылка на мой телеграм-канал. Там такие видосы, которых здесь на ютабе вообще нет. Пока, ждем следующего видео.